Слава заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Ивана Гирева давно перешагнула границы не только Ленинского округа, но и России. Тем не менее, именно здесь, в бассейне «Дельфин», где он делал первые шаги в большом спорте, решили создать соревнование «Кубок Ивана Гирева». Его участниками стали самые юные пловцы округа. У детей этих маленьких есть стимул. Они, во-первых, видят олимпийского чемпиона. Для них это чемпион призер. Они видят ну, такого красавца-пловца. И дальше это будет продлеваться. Они будут иметь желание попасть после Кубка Гирева уже по возрасту на кубок областной Евгения Орлова. Всего более 200 мальчишек и девчонок из Развилковского и Видновского отделений центра «Дельфин» вышли на плавательные дорожки. И для большинства из них эти соревнования стали первыми в жизни. Естественно, присутствие на соревнованиях именитого спортсмена – дополнительный стимул для юных пловцов и возможность получить награду лично из рук Ивана Гирева. Семилетняя Дарья Иванова занимается в «Дельфине» всего полгода, но плавать девочка любит больше всего на свете. Мне было не страшно, потому что я родилась, чтобы плавать именно в воде. Сам Иван Гирев не устает подтверждать, что находится на пике формы. Он активно тренируется, но к тому, что кубок, назван его именем, относится философски. У нас есть кубок Сальникова, есть там кубок Селькова, много всяких кубков. И почему бы не развивать именно свою личность в этом плане? То есть, да, и детям будет классно, и мне самому очень интересно именно проводить соревнования. Может, какие-то новые форматы добавить и прочее. Но пока мы проводим на базе «Дельфина», чтобы просто ребята ознакомились вообще, в принципе, ну, с соревнованиями. Кто знает, может быть, сейчас в этом зале свои первые награды получают будущие олимпийские чемпионы. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.